Bugun O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Oliy Yevrosiyo iqtisodiy kengashining video anjuman shaklidagi navbatdan tashqari yig'ilishida ishtirok etdi. Ma'lumki, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining 2020-yil dekabr oyida bo'lib o'tgan sammitida mamlakatimizga ushbu tashkilot huzuridagi kuzatuvchi davlat maqomi berilgan edi. Joriy yilning aprel oyida O'zbekiston Respublikasi hukumati va Yevrosiyo iqtisodiy komissiyasi o'rtasida hamkorlik to'g'risidagi memorandum hamda 2021-2023 yillarga mo'ljallangan qo'shma tadbirlar rejasi qabul qilindi. Aytish o'rinliki, xalqaro maydonda mazkur tuzilma obro'si tobora oshib, xorijiy davlatlar bilan amaliy hamkorlik geografiyasi kengayib bormoqda. O'zbekiston uchun ushbu tashkilot bilan hamkorlik qilish hozirgi keng ko'lamli iqtisodiy ijtimoiy islohotlar sharoitida juda muhim va bu mamlakatimizning barcha xalqaro sheriklar bilan savdo iqtisodiy hamda investitsiyaviy hamkorlikni izchil rivojlantirish va mustahkamlash maqsadlariga sodiqligidan dalolat beradi. Bugun O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Oliy Yevrosiyo iqtisodiy kengashining video anjuman shaklidagi navbatdan tashqari yig'ilishida ishtirok etdi. Qozog'iston Respublikasi prezidenti Qasim-Jomart Toqayev raisligida o'tgan sammitda shuningdek Armaniston Respublikasi bosh vaziri Nikol Pashinyan, Belarus Respublikasi prezidenti Aleksandr Lukashenko, Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin, Qirg'iz Respublikasi prezidenti Sadir Japarov, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi huzuridagi kuzatuvchi mamlakat Kuba Respublikasi prezidenti Miguel Bermudes va Yevrosiyo iqtisodiy komissiyasi hay'at raisi Mikhail Misnikovich qatnashdi. Davlatimiz rahbari o'z nutqida O'zbekistonning tabiiy savdo va iqtisodiy hamkorligi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi mamlakatlari bilan o'zaro manfaatli hamkorlikni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlarini belgilab berdi. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, уважаемые коллеги, искренне рад видеть всех вас на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Признателен Александр Григорьевичу за инициативу о проведении сегодняшнего нашего мероприятия. Наша встреча является хорошей возможностью для открытого обсуждения перспектив сотрудничества и совместного решения актуальных задач взаимодействия. Уважаемые коллеги, мы придаем важное значение развитию тесного многопланового сотрудничества с Евразэс, участниками которого являются естественными торговыми и экономическими партнерами Узбекистана. Несмотря на пандемию, наш товарооборот со странами организации с начала года увеличился на 30% и продолжает демонстрировать положительную динамику. Узбекистан не ограничивается формальным сотрудничеством с объединением в статусе наблюдателя. Мы активно взаимодействуем с Евразийской экономической комиссией во главе с Михаилом Владимировичем Мясниковичем и принимаем участие в многосторонних мероприятиях. В соответствии с принятым меморандумом о взаимодействии между правительством Узбекистана и Евразийской экономической комиссией начала своей деятельности совместная рабочая группа по реализации плана мероприятия до 2024 года. Ведется работа по налаживанию сотрудничества с Евразийским банком развития, в рамках которой готовятся совместные проекты в сферах возобновляемой энергетики, фармацевтики, машиностроения, электротехнической и химической промышленности. Уважаемые участники заседания, непростая экономическая ситуация в мире требует от нас укрепления взаимодействия, а также использования новых, неординарных подходов для эффективного реагирования на современные вызовы. Исходя из этого, хотел бы обозначить приоритетные задачи по расширению нашего взаимодействия, сотрудничества. Первое. Важно активизировать усилия по дальнейшему наращиванию торгово-экономических связей. Предлагаем разработать совместно с Евразийской экономической комиссией дорожную карту по увеличению взаимной торговли, включающие меры по устранению барьеров, гармонизации технических регламентов и стандартов, цифровизации таможенных процедур. Второе. Узбекистан заинтересован
расширение сотрудничества в создании межрегиональных цепочек добавленной стоимости за счет углубления промышленной кооперации. Мы уже приступили к рассмотрению этих вопросов с представителями стран Евразес в ходе промышленного форума и выставки «Иннопром», состоявшейся в апреле этого года в Ташкенте. Теперь эти мероприятия будут проводиться на ежегодной основе в столице Узбекистана и трансформируются в площадку регионального значения «Иннопром Центральная Азия». Убежден, что эта платформа откроет новые возможности кооперации Узбекистана со странами Евразес. Третье. Совершенствование сети транспортных коридоров и логистическая инфраструктура является ключевым фактором устойчивого развития наших экономик. Результаты нашего плодотворного сотрудничества в этом году с участием Узбекистана, России и Казахстана запускается уникальный проект «Агроэкспресс», призванный обеспечить быструю взаимную доставку востребованных товаров. В целях дальнейшего стимулирования взаимной торговли и кооперации приглашаем другие страны Евразес присоединиться к данной инициативе. Четвертое. Особую актуальность для нас представляет вопрос обеспечения продовольственной безопасности. Все мои коллеги тоже на этом вопросе серьезно остановились. В условиях пандемии важен поиск новых точек взаимодействия в этой сфере на основе конкурентных преимуществ наших стран. Речь идет о консолидации усилий в целях более эффективного использования человеческих, земельных, водных и финансовых ресурсов, а также научных и технологических достижений. В этой связи предлагаем разработать совместную программу сотрудничества по укреплению продовольственной безопасности на евразийском пространстве. Пятое. Ускоренная цифровая трансформация, в том числе расширение электронной торговли, становится ключевым драйвером современного развития. Сегодня темпы и глубина цифровизации в наших странах находятся на разных этапах. В этом плане особую актуальность приобретает обмен практическим опытом и взаимный трансфер передовых технологий. Пользуясь случаем, выражаю признательность руководству Российской Федерации за содействие цифровизации систем налогового администрирования и кадастра Узбекистана. Мы заинтересованы в активизации своего участия в проектах Евразес, цифровое техническое регулирование и цифровизация грузовых железнодорожных перевозок. Шестое. В условиях усиления экологических вызовов, включая глобальные изменения климата, возрастает необходимость скоординированных мер по смягчению их последствий. Мы готовы к взаимодействию с Евразес по движению в направлении углеродной нейтральности экономик наших стран. Рассчитываем на активное участие партнеров из стран объединения в совместных проектах зоны экологических инноваций и технологий в регионе Приорали, особый статус которого определен специальной резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Планируем предметно обсудить возможность такого сотрудничества на международном форуме по зеленой энергетике в сентябре следующего года в городе Никуси. Кроме того, для нас представляет интерес налаживание сотрудничества с новой рабочей группой высокого уровня по вопросам климатической повестки, созданной в рамках Евразес. Уважаемые участники саммита, убежден, что практические итоги сегодняшнего заседания Высшего Евразийского экономического совета будут способствовать продвижению взаимовыгодного сотрудничества и тесной кооперации наших стран. Благодарю за внимание. Саммит ishtirokchilari davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan muhim tashabbuslar va bildirilgan takliflarni qo'llab-quvvatladi va yig'ilish kun tartibidan o'rin olgan ko'p tomonlama iqtisodiy sheriklikni yanada mustahkamlash, shuningdek, savdo, sanoat kooperatsiyasi, transport, tranzit salohiyatini rivojlantirish, oziq-ovqat xavfsizligi, raqamlashtirish, yashil iqtisodiyot va boshqa ustuvor yo'nalishlar bo'yicha amaliy hamkorlikni ilgari surish masalalariga alohida e'tibor qaratdilar. Mazkur sammit o'z mohiyatiga ko'ra xalqlarimiz manfaat
manfaatları yo'lida hamkorlikni yanada mustahkamlash va rivojlantirishda o'ziga xos muloqot maydoni sifatida alohida ahamiyat kasb etdi.